Приветствую вас, друзья мои. И у меня родилась сегодня, вот прямо сейчас, сногсшибательный расклад, акция. Да-да, именно расклад, акция. Условия, пожалуйста, смотрите в описании к этому видео, потому что комментарии я буду отключать. Вам нужно будет просмотреть это видео и найти кодовое слово. Кодовое слово я пишу тоже в описании к этому видео. Тем, кто напишет мне, какое кодовое слово он обнаружил, сколько раз, тому я сделаю 50% скидку на личный расклад. Готовы? Погнали! Тема вечная. Любовь. Итак. Давайте смотреть у вас, в каких вы энергиях, мой зритель. Кстати, подпишитесь, кто не подписался. О-о-о! Энергии дьявола. Страсти неимоверные горят у вас в душе. И явно тут разговор не о покупке какого-то пакетика с чипсами. Тут разговор о душевной драме, об энергиях любви, о страстях, которые кипят у вас. Хорошо, энергии партнера. Ни больше, ни меньше, как император пришел на расклад. Девочки, вы меня смотрите. А к вам пришел ваш император. Что скажешь, дорогой, той девочке, которая в дьявольских энергиях пылает к тебе? Ты, говорит, моя страстная и прекрасная королева жезлов. Я тебя обожаю. Любовь, любовь. Еще один старший аркан. Карта мир. И разговор о том, что этот человек хочет с вами примирение, если вы не вместе. Если вы вместе, у человека, у вашего императора, тут даже вообще стихию не показывают. Это мужчина яркий, сильный. Иногда по императору проходят люди, либо имеющие прошлое работы в органах, да, либо военные, либо в каких-то службах. Но совсем не обязательно. Император – это человек-победитель. Так вот, наш император хочет мира. Он хочет с вами быть вместе, но новый этап отношений он затеял, чтобы было все по-другому. Как ты хочешь? Я в шоке от этого расклада. Он хочет, чтобы вы стали его императрицей. Он хочет вас возвысить. То есть, чтобы вы из королевы жезлов превратились в прекрасную императрицу. А император и императрица – это идеальная пара. Это пара счастливых людей. Это любовь близнецовых пламен. Да-да. Близнецовых. Что еще хочет сказать император? Он мечтает о вас. Он мечтает, он ставит цели. По поводу чего ты ставишь цели? По карте правосудия, он считает, что настал тот ключевой момент, та точка X, после которой все будет так, как должно быть. Так, как решила Вселенная. Так, как Вселенная запланировала для вас. Немного медлят по восьмерке жезлов. Может быть, восемь жезлов – это карта ограничений. Может быть, вы ограничиваете своего партнера. Может быть, вы его не пускаете в свое информационное поле, и он не знает, как себя с вами вести. Туз пентаклей выпадает. Я вам хочу сказать, что человек осознал ценность этих отношений в его жизни. Я вам хочу сказать, что этот человек понял, что для этой девочки, для этой женщины
важны настоящие отношения. Важны отношения не просто так, повстречались, похихикали и расстались. Тут важны отношения те, которые имеют стабильность, те, которые дают человеку наполнение. Что еще ты скажешь, дорогой император? Вы знаете, 10 мечей, очень многие боятся этой карты. Но я считаю, что по этой карте все самое худшее уже позади. То есть эта карта говорит о том, что, ну да, всего скорее вы не вместе. Ну да, всего скорее вы даже не на паузе, а в разрыве. Но в голове у партнера зреют мысли о том, что все плохое уже закончилось. Что он должен что-то придумать, что-то создать для того, чтобы начался новый этап в ваших отношениях. Чтобы переболеть, пережить то плохое, досадное, что сопровождало вас, и идти в новое. Смотрите. По карте 5 кубков опустошение пока еще имеет место быть. Да? Вот видите, здесь горящий дом, да, и девушка выпрыгивает. Тут разговор о том, что вы, возможно, слишком себя накручиваете, слишком переживаете по поводу того, что, ну вот, страдаете, в общем, короче, страдаете вы, а он по рыцарю жезлов уже собирается в путь. Он собирается вам показать свою страсть, он хочет быть победителем в этой ситуации, и он хочет быть победителем на равных. Не о том, чтобы вас принизить, а наоборот, найти к вам подход через ваши достоинства. 9, смотрите, мои хорошие, 9 пентаклей. Это такая классная карта. Эта карта я ставлю равно с императрицей. Это еще раз подтверждение того, что вы ценная. Тут по этой карте можно сказать, что девчонки-то у меня тоже начали галушки свои соображать, как ценить себя, как выставлять границы, как обозначать свою ценность перед партнером. Много-много думали и пришли к выводу, что без этого-то никуда, что с этим-то надо что-то делать, это надо прорабатывать. И, мои дорогие, я вас обнимаю. Мои солнышки, эта карта, вот она просто вот меня радует, то, что с вами это происходит. То, что вы начали себя ценить и вкладываться в себя. Та женщина, которая в себя вкладывается, и есть императрица. И, конечно, ей нужен ни больше, ни меньше, как император. На дне колоды 5 жезлов. А эти что это? Это обозначение того, что период притирки еще не закончен. Но помните о том, что я говорила, что все худшее уже позади. Я вас обнимаю и желаю вам исполнения всех ваших надежд.